Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Герман, и мы продолжаем играть в русскую рыбалку. И в этом видео я вам хочу показать тайное место. Ну, точнее, оно не тайное, но все-таки оно великолепное. А великолепие происходит из-за того, что на нем можно ловить покрышки, живца и воблу, которую можно продавать. И это место находится на локации Дема, которая доступна с 16 разряда. Казалось бы, да, 16 разряд, такая простая локация, но можно поймать здесь очень много полезного. Итак, смотрите, во-первых, что ловится на этой локации? Ловится иногда сом, покрышка и самое главное вобла, потому что вобла нам нужна для отвара, и ее можно продать по 20 тысяч за одну рыбку. Так, понятно, да? Теперь я вам покажу, на что ловить. И для начала нам надо использовать батарею для эхолота. Кстати, насчет раковых шеек. Я задолбался их ловить. Я наловил 1400, вроде продал, заработал деньги. Купил на эти деньги себе котелок. И был доволен. Был доволен своей покупкой, своей продажей. Но, может быть, даже не может быть, а скорее всего я вернусь к раковым шейкам. Но пока что ставим их на лучшее времена. Так, Геркулес. Ловится это все на Геркулес, это все чудо. Вот в этой великолепной ямке. 4.53. Ловить надо на донку. Снасти советую. Вот уже первая поклевка. Снасти советую брать, вот как у меня, на 58 килограмм. То есть достать их можно легко. Можно у кого-то попросить, если есть друзья. Если нету, то можно так на клязьме покричать, кто-нибудь да продаст вам по дешевке то, что они не нужны. Катушка 75% мощности. Ну, все самое простое. Не надо придумывать, изобретать велосипед, потому что уже он придуман, изобретен. Просто вы находите эти снасти, покупаете, там выбиваете, отжимаете. Я не знаю, как вы их достанете, но как-то вам надо их достать. Почему именно такие снасти? Ну, во-первых, может неожиданно клюнуть, вот видите, опять зачетное вобла, неожиданно клюнуть сом. Вот вы когда тянете рыбу, вот так вот, он может в любой момент клюнуть. И может поломаться удочка, оборваться леска и все что угодно может случиться. Неожиданный поворот. И, естественно, вам нужны крепкие снасти, чтобы выдержать такое. Также может клюнуть покрышка. Покрышка это такая шняга, что она, видели, на 35 килограмм ловится, даже на 40. Поэтому вот. Вот. Как вы видите, вот уже клюнула у нас покрышка на одну удочку. Сейчас мы ее вытащим. Покрышки хороши тем, что мы их можем приготавливать и потом взбивать еду. Так, все, мы ее дотащили. Вот. Старая покрышка. 30 единиц мусора, путевку. Так, куда путевку мы получили? Суздаль. Ух ты, на Суздаль. Окей. Вобла, кстати, опа, мой антивирусничек. Вобла, кстати, хочу сказать, не очень ценится. И поэтому, если вам срочно прям нужны деньги, лучше идти ловить раков или лягушку и продавать. Но если вы хотите половить воблу для отвара, чтобы потом ее продать. Потому что, знаете как, покупатели обычно покупают ближе к вечеру. Ну, то есть по реальному времени, вот вечер, эту рыбу. Ну и вообще другую рыбу. Ближе вечер, вечер, вечер. Это все покупается и продается. Цены там нормальные. Вчера я продал 10 воблы по 20. То есть 200 тысяч я с шапки срубил, вообще не напрягаясь. Я просто зашел на базу, вот. Это, походу, вот. Вот это сом, видите, клюет. Вот на второй удочке. По-моему, сом. Сама можно... Или я ошибаюсь? Сама можно вытягивать, можно не вытягивать. Так, а ну-ка. А, нет, я ошибся, извиняюсь. Но также может клюнуть сом. Если он клюнет, то можете его сбрасывать. Ну, я, в принципе, вытягиваю, когда как. Если долго тянется, то не тяну. А если нормально, то я вытягиваю сама. Так, что еще? Воблу, естественно, принимаю только зачетную. Насчет зачетной воблы.
Зачетное вобла клюет часто. Как вы видите, вот я уже сколько поймал. Штук 5, наверное, может быть, больше. Клюет частенько. Обычно клев зачетной воблы идет ближе к вечеру. И, ну, то есть где-то с 18 по 00. Вот так вот. Ночью, казалось бы, должен идти поклев, да, вот больше зачета. Ночью она тоже клюет. Конечно, не так быстро, как днем, но клюет. Но ночью зачет идет меньше, чем днем. Чем, как ни странно, это, но. Хотя, может, если разловить хорошо, будет идти и ночью больше зачета. Ну, там уже смотрите сами. Я вот вам советую ловить воблу. Также это хорошо место для того, когда уже, знаете, поднадоело ловить раковые шейки, ну и все такое. И хочется уже как-то разнообразить свою рыбную ловлю какой-то другой рыбой, потому что, ну, серьезно поднадоедает, например, таскать раков, и вы хотите что-то другое. Там острых ощущений, потому что здесь, когда вы тянете воблу, может прицепиться сом, клюнуть покрышка. Ну, может случиться неожиданность, которая поломает вашу удочку. Если вам такие неожиданности нравятся, то можете половить здесь. Итак, хватит об этом месте. Давайте поговорим о том, что я намереваюсь делать дальше. Ну, прежде всего, я думаю еще подзаработать денег и повысить разряд, и потом уже идти ловить. Идти ловить атлантического осетра. Правда, локфиш у меня немножко разбитый на 50%. Я не знаю, вытянет он от Атланта или нет. Там уже будет видно все. Но думаю, что он не выдержит. Но во всяком случае я буду, наверное, снимать на видео. Если вдруг удочки сломаются, то это будет прикольно, думаю. Такс. Тем более они мне достались даром, мне кто-то, по-моему, один из подписчиков их дал. Так что не сильно жалко, но жалко будет. Так, вот, отлично. Вот, глядите, вобла идет, клюет на донку, вообще великолепно. Все больше и больше идет зачета у нас. Можно, в принципе, сбрасывать мелкую воблу, но здесь. Понимаете, в чем прикол? Из нее можно также делать живца. Понимаете? Вот поэтому даже мелкую я вытягиваю, чтобы был живец. Вот так вот. Живец это тоже хорошо. Живца покупают по 8, по 7. Ну, некоторые перекупщики, там всякие гады, покупают по 4, там, стараются купить по 5, надурить добрых людей. Но вы им не верьте, лучше подождите покупателя, которым будет нужен живец, и продайте по-нормальному, если вам не нужен живец. По нормальной цене. Потому что даже большой живец стоит 80 тысяч, ну, можно продать за 75. Нормальная цена. 70, от 70 до 80. Всякие говноеды скупают его по 50. Так что лучше. Оно того не стоит. Лучше подождать, пока человек саму надо будет, он захочет купить. И предложит за это нормальную цену. Тем более живец не мешает. Он, ну, лежит, пылится себе, так сказать, в сундуке. И кушать он не просит. А вот рыба, вот с рыбой есть небольшая проблема, потому что она мешает в садке. И вот я, конечно, не люблю ловить вот эту рыбу, потому что, знаете, надо ждать, пока, ну, поймается. Ой, поймается, что я смолол. Надо ждать, пока будет покупатель. Или покупать по дешевке. Ой, покупать, продавать. Ну, естественно, по дешевке не всем же хочется нормальную цену. Ну, точно так же лягушку и все остальное. Сейчас уже лягушка вроде 4 стоит. Вообще бред. 4 лягушки. Перекупщики покупают по 4, по 3,5, по 5. Ой, по 3,5, по 3. Лягушка стоит уже как раковая шейка. Это вообще бред. Хотя раковая шейка ловится гораздо быстрее. Сейчас цена на раковую шейку 3. По 4 вы уже сейчас нигде не найдете. Цена с каждым днем все сильнее падает. Я боюсь, что скоро она вообще чуть ли не 1000 будет стоить. При таких ценах, я думаю, вообще самому можно ее ловить и не продавать.
И как дальше быть новичкам, которые, например, на озере ловят рака, да, чтобы как-то подняться вначале. Ну, то есть это все довольно печально. Ну ничего. О, вобла у нас идет отлично, отличным ходом все идет. Ну вот, вот это такое вот место. Давайте, думаю, хватит вот это вылавливать. Едем на Клязьму. Путешествие. Клязьма. Поперли наши городские. Все, мы с вами приехали сюда. Вот, надо написать в чат. У меня тут уже есть, только тут надо поменять. Хотя ладно, пусть. Вот смотрите. Вот куплю ремы, таксилу, кальмар, живец, лягушку, руны, ну так далее. Много чего пишут. Отправляем тоже воблы по 20к за штуку. И пока ждем, пока нам могут прислать приглашение. Блин, мне не отодвинуть рыбу вам, не будет мне туда видно. Раковые шейки, вот смотрите, продают. Корюшку, вот. Корюшку тоже можно ловить. Но. Там тоже, видите, не все ее покупают. Кому вот надо, те покупают. Но таких людей мало. Так. Куплю живца. Вот, смотрите. Куплю живца. Стопа 6,5. Вообще живет 7,8 стоит. Рыбу, озеро, риф, бочка. Куплю. Так, окей. Все, нам пока не будут кидать это, естественно. Ну вот, смотрите, мы наловили воблы, и теперь можем сделать из нее живца и наживки. Так. То, что нам не нужно, можно отпустить. Ну, естественно, кусочки рыбы нам не сделать с них, потому что они зачетные, а зачетные мы продаем по 20 000. Так, вот мы с вами делаем живца. Из нее делается живец, по-моему, от 50 граммов до 100. Выше 100 уже все, живец нельзя сделать живца из нее. Но вот если посидеть игровые сутки, то живца можно сделать около 30-40 штук. Плюс зачет, покрышки. Неплохо, неплохо. Вообще неплохо. Вот смотрите, я вот мы с вами сейчас посидели. У меня вообще не было живца. Вот. Сейчас чуть-чуть посидели. И вчера я посидел где-то пол игровых суток. Ну вот, 53 живца у меня сейчас. Это очень круто. Я считаю. Куплю живца. Стопа 6,5. Вот можно продать. Но я пока продавать его не хочу. Можно, вот, можно сделать как? Посидеть немножко на вобле. Половить. А потом заработать живца на ней же. И пойти ловить судака. Судака потом продавать. Ну, это тоже, знаете, кому как нравится. Потому что судак, он тоже забивает инвентарь. И это мне лично вот не нравится ловить рыбу. Потому что, ну, правда, она забивает садок. И это не круто. Я что, пропустил? Вот, смотрите, вобла я пропустил опять. Делаем. Так. Также, если вы ловите плотву для ухи, на, к примеру, ну вообще, плотва для ухи с килограмма вообще делается. Уха с килограммовой плотвы. Все, что меньше, можно, в принципе, на кусочки рыбы делать. И тоже будут кусочки рыбы. Это на будущее, чтобы вы знали. Ну, кто не знает, кто знает. Но все-таки скажу, мало ли люди смотрят, чтобы что-то новенькое узнать. Ну и так далее. Так что буду рассказывать все, что знаю сам. Чтоб те, кто смотрят. Так, ну вот, немножко опять багнула эта рыбалка. Вобла не выкинулась. Последняя, ну ничего. Жалко, их нельзя перемещать. Вот самы, вобла. Я не знаю, сколько я наловил вобла, но... Продам 400 улитки. Вот, смотрите, вот этот чувак со вчерашней ночи вот эту улитку продает и не может продать. Вот такое упорство до добра не доводит, серьезно. Вот если люди не берут по 24, продают уже по 20. Хрен с тобой, пусть этот перекупщик сраный заберет, потому что реально цены, они сейчас быстро падают. И лучше продать ему, пусть он не продаст. Вот как-то так вот. Тарань. Вот, кстати, вчера я ему вот продавал. Сегодня вот Алекс 36. Так, можно у него спросить, в принципе. Алекс, тебе не нужен. Так, Алекс, тебе
нужна еще вобла. Есть около 35 штук. Точка. О! Смотрите, предлагает чувак обмен. То есть ему нужна вобла. Давайте раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Я говорил, что программу потом покажу. Семь, но я в ней пока не разобрался. Восемь. Девять. Сообщенька пришла. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Блин, вот это ненавижу. Тринадцать. 14. Так, 15. 16. 17. Блин. 18. И последняя вобла. Так. Ну. Вот 19. Давайте теперь 19 мы умножим на 20. Я всегда умножаю на калькуляторе, чтобы меня не надурили. Равно. 380 тысяч он должен заплатить. По 20 тысяч. Это нормальная цена. Все, 380 тысяч. Соглашаемся. Вот, как видите, я вообще не напрягаюсь. Вот продал воблу. Плюс я заработал около, ну там, ну то есть где-то 10 живца, ну пусть, да, 10, не будем утрировать, увеличивать, 10 живца, и выловил немного покрых. Покрыхи можно продать по 20 тысяч штуку, или этот как его, обменять на самогон, или еще себе их забрать, пожарить там, ну и все такое. Плюс клюет сомик. Сомик можно оценить, отобьете путевку. Ну, вы ее хоть так отобьете, но какая-то мелочь все равно будет приятно. Так, у меня еще осталось немножко воблы. Раз, два, три. Давайте ее продадим. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Так, вот, пишу. Еще осталось 10 воблы продам по 20к за штуку. Точка. Ну вот, еще. Так, немножко не так. Все, вот, пишем. И продаем еще 10 воблы. Видите, 380 тысяч вообще не парясь, ничего. Вобла она нормально идет. Не, ну конечно, если не будет покупателя, вот еще чувак. Видите, уже другой кинул. Так. Раз. Вы извините, если вас бесит, когда я так считаю, но просто. Я чтоб не сбиться, а то вдруг я что-то неправильно посчитал. Три. Так, три. Смотрим, не пропускаем. Вот. Четыре. Блин, 5. Также почему на еду на рыбу нажимаю? Потому что рыба у меня не нажимается по-другому, а снасти. Не знаю почему. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Так, значит 10. Я немножко не так посчитал. 11. 12, все, вроде все продал. Ой, вроде все, 12 штук. 12 200. Блин, ну я ему сказал, что он не считает, ну ладно. 40 тысяч потеряли, ну ничего страшного. Две воблы зачетных, это примерно 3 минуты игры. Все, я вам показал, как можно быстро продать, заработать деньги, набрать живца и вообще. За полчаса заработать 500 тысяч.
Ну это вообще не напрягаясь, без напряга. Ну, за полчаса. Всем спасибо, кто посмотрел. С вами был Герман. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх за удачную продажу. И всем удачи. Подписываемся. И до новых встреч. Пока-пока.